Привет, друзья! Вы на канале Pro Обзор Channel. И сегодня у нас в гостях на обзоре на камерный свет это Waylight RB08P. Размер данного устройства это 1115 мм на 68 и на 14 мм. Вес его, как и размер, достаточно компактный, всего 166 граммов. В комплекте идет сам светильник, USB кабель для зарядки и кронштейн для крепления к вашей камере в горячий башмак, либо на другое устройство. Температура света данного устройства это от 2500 до 8500 кельвинов. Имеет данное устройство 8 режимов, в которых есть свои подрежимы. Давайте посмотрим. Данное устройство имеет два отверстия с резьбой 1/4 дюйма. Можно крепить его вертикально и горизонтально, в зависимости от задачи. На правой стороне можно видеть 5 кнопок. Это включить-выключить, меню, сет, плюс и минус. Первый режим – это свет. В нем имеется 6 различных температурных режимов. В принципе, в любой камере есть такие же режимы. Это тень, облачно, вспышка, солнечный свет, флуоресцентные лампы и дневные лампы. Также здесь мы можем поменять силу свечения, то есть от 10% до 100%. Второй режим отличается от первого. Здесь мы можем управлять температурой света от 2500 до 8500 кельвинов, свободно накидывая или убавляя по 100 кельвинов при нажатии на плюс или минус. Третий режим – это разноцветное свечение. В нем мы управляем силой свечения, это солнышко, от 10% до 100%, затем меняем тон от 0 градусов до 360 градусов, следом это насыщенность от 0 до 100. В четвертом режиме мы сами смешиваем три цвета, это красный, зеленый, синий, в процентном соотношении, чтобы получить нужный нам цвет. Пятый режим меняет цвета поочередно, которыми обладает устройство. Здесь мы можем менять скорость смены цветов, то есть А – это самый быстрый, Б – средний, С – медленный. И, как я говорил, значок солнышко, он меняет у нас силу света. Шестой режим – это имитация молнии. В седьмом режиме мы управляем полицейской сиреной, то есть силой ее свечения и также скоростью срабатывания самой этой сирены. Восьмой режим, он самый насыщенный, так как имеет 7 подрежимов, такие как первый – это бар, обозначает стаканчиками, второй – день рождения, тортиком, третий – это праздничное свечение, четвертый – трава, пятый – это морские волны, шестой, как я понимаю, это фейерверки, седьмой – это кинорежим. На мой взгляд, некоторые режимы непонятны, но всегда найдется тот, кому они понадобятся. На этом хотелось бы закончить. Если остались какие-то вопросы, то пишите в комментариях, всегда ответим на них. С вами был Pro Обзор Channel, до новых встреч, пока!